Раскрыть таланты ребенка, вдохновить своим примером, помочь найти свое призвание. Обязанностей у советника директора по воспитательной работе много. Но все они в радость, когда видишь счастливые и беззаботные лица своих подопечных. Навигаторы детства в ульяновских школах прокладывают для ребятишек маршрут к успеху. Курируют работу в общественных объединениях, помогают в творческих начинаниях. В 40-м лицее у руля стоит Марина Терехина, а под ее началом дети к Новому году подготовили театральное представление. Основная моя задача была сплотить коллектив ребят и создать самоуправление в школе. Вот сейчас у нас есть актив, действующий актив школьников. Ребята с удовольствием и здорово справляются со своими задачами. Они помогают в организации большого количества мероприятий. Марина Владимировна с задачей справилась. При организации любого праздника инициатива исходит не от взрослых, а от самих ребятишек. Жизнь в школе стала намного интереснее, активнее. Мы стали больше взаимодействовать с различными классами. То есть стал развиваться более наш творческий потенциал, и многие возможности стали для нас открыты. С 1 сентября этого года новую ставку креативные советники заняли в 278 школах региона. Прежде чем приступить к своим обязанностям, все кандидаты участвовали в открытом конкурсе от Министерства просвещения России «Навигаторы детства». Результаты работы налицо. Дети активно включаются в общественные движения, программы социальной активности, создают собственные проекты. Один из таких – «Внуки по переписке». Все мы прекрасно понимаем, что Новый год – это время чудес, и каждому приятно получить какую-то такую, наверное, добрые слова, пожелания. И в чем заключается данная акция? Это дети пишут престарелым людям в дома, одиноким, которые находятся на территории их муниципальных образований, письма с добрыми пожеланиями. Высокая планка для работы навигаторов детства задана. Впредь нужно ее поддерживать. Для этого советники директора по воспитанию регулярно проходят курсы повышения квалификации, сессии и семинары. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.